Эти криггеры. А это чё? О, почти ничего не взял. Да, действительно. Да, это было легко. Ничего не видели мы. Все как будто в первый раз. Ёлки, ну как же нельзя, ребят? О, господи, ну куда рашить-то? У вас вообще что ли сингсом сохранения нет? Алло. Как бы вас прибить так, чтобы вы мне не мешали. Вот как он выжил? Почему дверь за мной закрылась сразу же? Да, о, господи, ты-то чё с гранатометом в здании забыл? Кто тебя вооружал? Алло, игра! Ну, ты совсем какие-то маразматические ситуации создаешь вообще. Господи, господи! Ух, жесть. Гранату пытался прокинуть. А, он не кинул. Бессмертный, что ли, у тебя? Какая башка-то? Мама. Выкакал, блин. Где там? Последний. Я от этого избавлюсь, короче, а этого заберу эту штуку. Бак ее больше не трогаю. Нет, эту фигню я даже брать не буду. About it, my dear. You won't live long enough to see what happens next. Да, у меня, конечно, реакция. Да, господи, где эта винтовка? Я пока винтовку искал. Я...
Быстро. Who infected you? We entered a toxic area. The mutagen can only be administered through subdermal injection. I wish I could take credit, but I had no time to prepare the serum. Oh, you should turn out to be a beautiful specimen. Give it another hour. Much less for her. The old man was always one for melodrama. Too bad he had no head for business. Doyle, you wouldn't. Of course I would. Working for the government taught me that where there's a weapon, there's money to be made. Why didn't you just kill Krieger yourself? The Trigens are fiercely loyal, and you just killed their father. I'd love to see how they take the news, but I've got a super mutagen to sell. Doyle, unless you give us the antidote, you're not leaving this island alive. Now, I know you won't believe me until I've got a gun pointed at your head, but it's true. Sorry, Jack, I'm gonna need it. Forgive me if I don't shake your hand. Ой, вот эта игра актерская. Прям Оскары претендует. I'm coming for you, buddy. Йоу. Куда он меня отвезет? Погодите, это же тот же самый этаж. Куда он меня... Он по кругу там что ли проехал? Они тут прям расщедрились. Написали. А, дроп. Не. Мама, откройте! Некрасиво, короче, получилось. Да-да, я знаю. Ну вот зачем это тебе нужно было? Ух ты! Ты
блин. Так, какое-то очень глупое место. Нет. Нашел. Я нашел эту кнопку, которая отключает визор. Ура. Да. Я даже чихнуть не успел. Так, ну мы знаем правила теперь. Значит, убегаем, стреляем в того, который там нас не видит. Решил постоять. Ну, показалось. Нет. Нет. Да блин, где она? Аллилуйя. Просто фейспаун. Я нашел новое место, где я застряну, короче. Бра-бра-бра-бра-бра-бра. А, он меня просто решил в ближнем бою огреть. Да, там мы все загасили. Не укрытие, ничего, вообще играй как хочешь. Мы тут просто это, Ctrl-C, Ctrl-V сделали, пока создавали игру. Спокойно, блин. Да. 2-3. Почему мне так сложно запомнить? Один гранатомет, это хрень, а 2-3, все, мне больше ничего не надо.
сдохнешь или нет сегодня. О господи, серьезно? Да блин, я чё, прям на неё сел, что ли? Блин, я какая-то современная баба-яга, что ли? А, господи. Так. Ну так он понятен. А, ну да, прям сквозь него пролетело. Капец, ты живой. Он сдохнет или нет сегодня, алё? Капец, их, конечно, они понаспавнили. Может вообще, ну, у вас всех сдались вы мне еще такие. Пусти. Господи. А чё? А чё? Где элеватор-то, блин? Элеватор, блин! Может быть, я что-то не понимаю в этой жизни, но где элеватор? Как сложно оказывается это. Теперь надо думать, куда идти, да? Спасибо, игра, спасибо. Очень любезная стороны поставить кнопку вызвать элеватор, и непонятно, где этот элеватор вообще находится. Ты что ли элеватор?
Поехали наверх. Ага. Ну, допустим, мы пойдем сюда. О, ёпрсте. Господи, боже ты, Шак! Что ты там забыл? О, Господь помилуй, душа. Так, стоп. Тут прекрасные сооружения, которые выглядят сильно одновременно. А, у меня нет других гранат. Будьте здоровы. Ой, вы какали... Чё? Это кто так стреляет метко? Чё за... Так, стоп. Я опять запутался. А, вот тварь, господи, зачем, вот, зачем, вот, что было в голове разработчиков, когда они спавнили здесь мобов, блин, с ракетометами? А чё они в узком коридоре, а, ну да, в узком коридоре тоже спавнили, я совсем уже забыл. Чтоб ты в аду сгорел, тварь. О, фейспалм! О, как же меня бесит! Как же меня бесит маразм в этой игре! Я понимаю, если бы они тут гранатометчиков заспавнили, ну, в смысле, которые зомби. Ну нет же, блин, они тупо людей сюда поставили. Еще... Ты куда забрался, чмо? Well, this wasn't in your plans, was it, Doyle? No, please, you don't understand. They sent me. They're always watching. You can't change this. You can't change the future. Probably not, but I can make sure you're not a part of it. Stupid bastard.
и Зим.